Затем я снова в огороде на морковку вышла. Сейчас 7:30, ой, 7:30 утра, но жара уже страшная. Вот платочка дела, чтобы голову не напекло. Я знаю, что когда я в кадре, меня Марина смотрит. Марина, привет. И у меня в планах сейчас проколоть вот эту морковку и пролить ее водичкой, потому что очень сильная жара. Так, ну этот участок я прополола. Морковку сейчас ее нужно пролить. Что мы сейчас и сделаем. Итак, шланг я бросила под корень, чтобы не поливать листья, потому что жара. Протянула его туда подальше, потом так вот так вот так вот так подтягиваем, и пускай проливается наша морковка. Ну а у меня дальше по плану собрать лук на икру. Кабачковую я уже сделала, хочу сделать с патиссоном. Сейчас соберем лучок. Кстати, жара сейчас стоит для лука, это очень даже хорошо. Вот он созревает потихоньку, подсыхает. И главное не упустить момент, когда пойдет дождь, чтобы его собрать. Он уже почти готов. Вот они, патиссончики. Красивые. Сейчас будет с них икра. Иди ты куда? Травку кушаем. Да, вкусная травка. Привет. Ай, собака такая хорошая. Да? И собака хорошая. Да? Искупали, нельзя на кота гавкать, нельзя. Искупали собаку, чистая, красивая, да, собачка? Да, красивая стала, да? Я не вижу, если честно, из-за солнца. Ну, всё, кот пришёл.